Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Так, снова здравствуйте, и в России представлен VilliFox Spark Plus на новейшем Cyanogen OS 13. Компания VilliFox объявила, что следом за моделью Spark на российском рынке появилась более продвинутая версия Spark Plus. Оба девайса идентичны внешне, но модель с плюсом имеет улучшение. Улучшенные технические характеристики. Как и все смартфоны британского бренда, VilliFox Spark Plus поставляется с предустановленной версией операционной системы Cyanogen OS 13 на базе Android 6.0.1 Marshmallow. Данная прошивка отличается от стандартной версии Android расширенными возможностями по настройке, персонализации и безопасности. Узнать больше об особенностях Cyanogen OS 13 можно на официальном сайте производителя. Аппарат представлен в двух цветовых решениях, в белом и черном. VilliFox Spark Plus выполнен в тонком корпусе из пластика с габаритами 143 по высоте, 71 по ширине и 8,5 мм толщина. Весит порядка 135 грамм. Ободок основной камеры. Так, что у нас там? Тонкая рамка по периметру, решетка разговорного динамика и фирменный логотип в виде лисицы, выполненный на... То есть из анодированного цинка, покрашенный в цвет кофейного золота. Передняя сторона смартфона покрыта защитным 2,5D стеклом Dragon Trail с закругленными краями и защитой от царапин. Так, под защитным стеклом расположен 5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1280 на 720p и углами обзора 178 градусов, выполненный по технологии On-Cell Full Lamination. Так, без воздушной прослойки. За производительность в смартфоне отвечает 4-ядерный процессор MediaTek HMT6735A с тактовой частотой 1 ГГц, графический ускоритель Mali T720 и 2 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя 16 ГБ, который можно расширить с помощью карт памяти microSD объемом до 64 ГБ. За съемку фото и видео отвечает 13-мегапиксельный сенсор BSI сенсор от Samsung с диафрагмой f2.2, а для селфи и видеоконференции предустановлена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Так, благодаря аккумулятору емкостью 2200 махов аппарат способен проработать до 9 часов в режиме разговора, трендеж полнейший, до 4 часов в режиме непрерывного использования сети LTE или до 160 часов в режиме ожидания. Так, смотрим дальше, ну что тут у нас пишут. На смартфон VilliFox Spark Plus распространяется 1 год гарантии от производителя. Клиентское обслуживание осуществляется консультантами в колл-центре, в сервисное и более... Так, чем в 200 авторизованных центрах Fly по всей России. Ну, если во Fly, конечно, будут обслуживать, то это, конечно, очень удобно. VilliFox Spark Plus уже можно приобрести на официальном сайте VilliFox, а также в онлайн-магазине Fly Store по цене 10 тысяч рублей. Вот такой вот телефончик. Понравилось видео? Поставь лайк и обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новое видео.